В Артемовском городском округе продолжает свое действие федеральная программа о предоставлении жилья молодым семьям. Напомним, что на территории Артемовского района она действует с 2007 года, но пока только 5 семей за все время удостоились возможности на полученные от государства средства приобрести либо построить для себя дополнительные квадратные метры жилья. Специалисты администрации Артемовского городского округа продолжают принимать заявки на участие молодых семей в этой программе. Однако просит учесть, что произошли некоторые изменения, касающиеся условий участия. В октябре 2010 года вышло областное постановление правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года номер 1487 ПП. Это подпрограмма обеспечения жильем молодых семей в Свердловской области, которая являлась частью областной целевой программы развития жилищного комплекса Свердловской области на 2011-2015 годы. Но ситуация кардинально изменилась в связи с тем, что в декабре 2010 года вышло постановление правительства Российской Федерации о федеральной целевой программе жилища на 2011-2015 годы, которая вступила в силу с 10 февраля 2011 года. И сейчас получается так, что федеральная программа, которая новая вышла, она имеет совершенно другие нормы, отличные от тех, которые заложены в нашей областной программе. И, соответственно, в нашей муниципальной целевой программе, которую мы издали, это было у нас постановление администрации номер 1336 ПА от 2 ноября 2010 года. Сейчас, на данный момент времени, правительство Свердловской области, в частности Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики, занимается приведением в соответствие нормативно-правового акта Свердловской области федеральному документу. И программа обеспечения жильем молодых семей, она будет издана в новой редакции, ожидается это где-то в конце марта. И в соответствии с этим мы тоже будем изменять текст долгосрочной целевой программы Артемовского городского округа по вопросу обеспечения жильем молодых семей на 2011-2015 годы. И вот для того, чтобы пояснить, какие существенные изменения произошли в этой программе, я как раз сегодня и выступаю с этой целью. Значит, дело в том, что изменения действительно произошли существенные. Во-первых, целями программы федеральной теперь является поддержка, государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. И задачами программы являются предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса. Если сравнивать с предыдущим периодом действия этой программы с 2007 по 2010 год, то направление вложения федеральных средств значительным образом поменялось. В предыдущей программе ставка делалась на поддержку банковской сферы, на развитие ипотечного кредитования, на получение молодой семьи ипотечного кредита и таким образом улучшение жилищных условий, то сейчас здесь основной задачей программы устанавливается приобретение с помощью социальных выплат молодой семьей жилья эконом-класса. Что такое жилье эконом-класса, какие характеристики оно имеет, установлено приказом Минрегионразвития Российской Федерации 28 июня 2010 года номер 303. То есть в этом приказе определено, какое именно жилье, какой площадью, какие площади комнат, кухни и так далее, и другие показатели отмечены, являются жильем эконом-класса. В связи вот с этим изменением существенным изменились условия использования социальной выплаты. Дело в том, что социальная выплата по новой программе может быть использована для следующих целей. Для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения, но это, в принципе, оставалось точно так же, как и в прошлой программе. То есть социальную выплату можно использовать, заплатив часть цены жилого помещения по договору купли-продажи. Затем социальную выплату можно использовать сейчас для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома. Вот в этой части произошли изменения, потому что ранее можно было социальную выплату использовать на приобретение стройматериалов, например, семья могла строить самостоятельно себе жилой дом.
А сейчас четко определено, что социальную выплату только можно использовать для оплаты цены договора строительного подряда. То есть семья должна будет с подрядчиком заключить договор на строительство дома, и только по этому договору можно будет перечислять средства. Далее. Социальную выплату можно будет использовать для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, если семья является членом жилищного накопительного кооператива. Но эта норма точно такая же, как в прошлом программе. Также можно, как и раньше, использовать для погашения, значит, вот этого займа в жилищном кооперативе. И существенное изменение также произошло в части того, что социальную выплату можно использовать сейчас для уплаты первоначального только взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного. То есть, если ранее семья, которая была признана участником программы и состояла в очереди, могла приобрести жилье и оставаться тем самым в очереди, могла приобрести жилье с использованием ипотечного кредита, а при получении социальной выплаты могла погасить основной долг этого ипотечного кредита с помощью социальной выплаты, сейчас это не представляется возможным в соответствии с новыми нормами программы. То есть норма существенно изменилась, и теперь можно только первоначальный взнос закрыть социальной выплатой. У нас в Артемовском городском округе, вы знаете все, что мы прошли отбор муниципальных образований в Свердловской области на 2011 год, которым будут предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат. И с учетом изменений и исключений из списка семей-получателей 2010 года, у нас сейчас в списке состоит 13 молодых семей. Из них одна семья как раз попадает вот под эту ситуацию, когда они уже купили квартиру и взяли ипотеку. Таких семей, кто может выпасть из программы предоставления жилья молодым семьям, по всей Свердловской области довольно-таки большое количество. Министерство физической культуры и спорта и молодежной политики проводило очень серьезное совещание по этому вопросу, и было сказано, что таких семей в Свердловской области достаточно, около 90. И поэтому правительство Свердловской области собирается дополнительную программу поддержки этих семей разработать, чтобы эти семьи, которые получили уже взяли уже ипотеку, все-таки получили долгожданную поддержку государственную и смогли закрыть часть долга по этой ипотеке. Еще последний вариант использования социальной выплаты – это для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья. Значит, здесь тоже немножко прокомментирую. Значит, в программе федеральной говорится об уполномоченной организации. То есть, видимо, о некой организации, которая пожелает участвовать в улучшении молодой семьей жилищных условий. Может быть, это предприятие или еще какие-то организации, которые заинтересованы именно в конкретной молодой семье. Но конкретно формы участия и какие это могут быть организации в самом тексте программы на данный момент не прописано. То есть этот вопрос еще не проработан, и этим еще занимаются Министерство по физической культуре и спорту. Они будут устанавливать порядок участия всех сторонних организаций в вопросах обеспечения жильем молодых семей, будут разъяснением заниматься этого вопроса. То есть этот вопрос еще не урегулирован, хотя в программе он прописан. И это еще не все изменения, которые коснулись данной программы. Молодые семьи могут привлекать в целях приобретения жилого помещения собственные средства, средства материнского семейного капитала. Это тоже новая норма. То есть материнский семейный капитал можно привлекать к улучшению жилищных условий семьи. И еще изменение произошло в том, что если раньше при взятии ипотечного кредита семья должна была оформить в собственность приобретаемое жилое помещение на всех членов семьи, а если это жилое помещение было в обременении при получении кредита, то семья должна была составить соглашение с администрацией, с органами местного самоуправления о том, что после снятия обременения квартира, это жилое помещение будет переоформено на всех членов семьи. Сейчас эта норма также изменена, и в случае, если социальная выплата используется на
погашение первого взноса по ипотечному жилищному кредиту, и то допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов, но при этом семья предоставляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи. То есть раньше было соглашение, то есть мы вот с тремя семьями, нашими получателями 2010 года, составили соглашение между семьей и администрацией, что после снятия обременения семья переоформит документы. А сейчас это будет обязательство не в форме соглашения, а в форме нотариально заверенного обязательства. То есть нужно будет идти к нотариусу молодой семье, соответственно, заплатить за услуги нотариуса и предоставить нотариально оформленный документ, что они обязуются переоформить свидетельство о праве собственности на это приобретенное жилое помещение после снятия обременения ипотечного, после выплаты ипотечного кредита. Не совсем понятно, какой смысл сначала оформлять на одного человека, а потом переоформлять на... Если это требование банка, который выдает ипотечный кредит, и в этом случае жилое помещение оформляется на одного человека, который является заемщиком. Изменений не коснулись лишь три главных условия вступления в программу – предоставление жилья молодым семьям. Как было три условия, так они остались. Это возраст каждого из супругов, который не превышает 35 лет. Эта семья должна быть признана нуждающейся в жилищном помещении в соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации. И семья должна иметь достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо должна иметь иные денежные средства для оплаты расчетной средней стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты. То есть, в принципе, вот эти все три условия, раньше это называлось платежеспособность молодой семьи, сейчас этого термина в программе нет, но тем не менее суть остается та же самая. То есть семья должна быть определенного возраста, нуждающаяся и платежеспособной. Еще существенное изменение в программе – это размер социальной выплаты. Изменения произошли в этой части, и размер социальной выплаты уменьшился. Если раньше было, социальная выплата составляла 40% для тех семей, в которых есть дети, и 30% – это для тех семей, которые не имеют детей, то сейчас социальная выплата будет составлять 35% расчетной средней стоимости жилья для той семьи, у которых есть дети, и 30% расчетной стоимости – это для семей, которые не имеют детей. То есть социальная выплата, размер ее уменьшился на 5%. Далее, документы, которые предоставляет молодая семья для участия в программе, также определены. Список документов примерно такой же, который был ранее, но он изменился в сторону уменьшения. То есть не нужно сейчас предоставлять молодой семье копию лицевого финансового счета и выписку из домовой книги. Остальные все документы остались те же самые. Далее, тоже в программе есть некоторые моменты, которые не совсем понятны, и сейчас сделаны запросы в Минрегионразвитие Российской Федерации по уточнению и разъяснению этих моментов. Вот, например, пункт 32 программы федеральной гласит, что распорядитель счета, а это молодая семья, которая уже получила социальную выплату на свой блокированный лицевой счет, распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарно-техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта. И вот в этой части уже не говорится ничего ни про жилье эконом-класса, никаких таких норм, что именно только жилье эконом-класса на первичном рынке уже здесь нет. То есть остаются, в принципе, условия такие, какие были для приобретения на любом рынке. Далее, что еще изменилось? Если ранее семья могла приобрести несколько жилых помещений, то сейчас эта норма также отменена, ее сейчас в программе нет. То есть если у нас пример был такой, семья из 5 человек в соответствии с учетной нормой должна была приобрести жилье 90 квадратных метров, площадью 90 квадратных метров. Они не смогли найти, допустим, в поселке жилья такой площади большой, и они приобретали 2 жилых помещения. То есть
в общей совокупности не менее 90 квадратных метров, как им было положено. То сейчас нет такой нормы, и теперь семья должна приобретать только одно жилое помещение в соответствии с учетной нормой, то есть, которая рассчитывается с учетом количества членов семьи. Необходимо отметить, что прежде чем семья начнет сбор документов на участие в этой программе, им следует первоначально все-таки проконсультироваться со специалистами Комитета по делам молодежи. Я хочу пригласить всех молодых семей, которые желают получить информацию об участии в программе обеспечения жильем молодых семей на 2011-2015 годы на собрании молодых семей, которое состоится 18 марта 2011 года в 16 часов в кабинете номер 7 в зале заседания администрации Артемовского городского округа. Специалисты Комитета по делам молодежи предоставят вам подробную информацию о самой программе, а также ответят на все интересующие вас вопросы.